carbonate? Oh! Стража держит ухо востро. На куски порву. Ты что тут делаешь? Что ты? Тебе конец. Вот ты где. Ты не убежишь. Эй! Зараза! Выдыхаешься? Ага! Вот ты где! Что там? Выходи, я избавлю мир от очередного болвана.
Будь осторожнее! Куда же ты? Выпусти нас! Не бросай нас! Что? Эй! Эй, что? А?
Это Байк! Он спасет нас! Бегите! Живо! Где Теремун? О, Омон! Он погиб, Атран. Родные должны его похоронить. С дороги, тупица! Ты что делаешь? Я! Что? Кири, осторожно! Ничего, Тоби, баджеха рурессия! Ханичеру! Ханичеру! Иди, янда хихерия охшаму! Устал? Кири там? Что ты... Ага! На куски порву! Ах, это чему съели? Кого-то потеряли? Нет. Кофе-тия? Докладывай! Эй! Беги! Ah!
Tobia, hold it still. Это Меджай Баек? Баек, ты здесь? Здравствуй, Тома. Что они сделали с его домом? Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Как много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Это вина власти Птолемея. Он плохой фараон. Мир тебе. Там больше мира, чем тут. Надо действовать аккуратно. Oh.
Что? Чтоб тебя! Кто это был? Рано или поздно ты вылезешь. Эй! Ко мне, братья! Держись! Уже иду! Они вбили тебе в голову не весь что и готовы за это умереть. Живыми им не уйти. Обещаю. Если бы я не привел сюда Хему, как бы все сложилось?
No. No. Мне только повод убить тебя. Сойдет любой! Сенебеп, Сеп, Тенкеку! Баку, Петсею, Сиджим, Астау. Дожили, безумцы на улице. Эй, ты! Стой! А!
Сюда меня не пустят. Что там? О, боги! Эй, нет. Стоять! А? Что? Thank you.
Ahí está yo. ¡Relu! Увидят, сразу накинутся.
Он, прошу, спаси! Что? Что ты? Я так хочу пить. Баек, что ты тут делаешь? Повсюду солдаты! Есть еще четверо! Сможешь узнать, что с ними? Я найду их. Спрячься здесь, а потом беги. Эй! Боги вас не простят! Нельзя нас так запирать! Что ты... Тут святое место, священный храм Амона. Боги вас не простят. Где жрец, которого я допрашивал?
Умер, господин. Найди других жрецов. Тут святое место. Священный храм Амона. Усталость души, словно питон. Я опять отдуваюсь за всех. Место опасности. Эй, ко мне, братья! Думают, мы легкая добыча? Нельзя нас так запирать. Что ты? Боги вас не простят. Так, оружие. Тут святое место. Священный храм Амона. О! Боги вас не простят. О! Нельзя нас так запирать. Всех поймаем и порвем. Справимся. Прикончим эту тварь и дело с концом. В линию! Священный храм Амона! Что это? Нельзя нас так запирать! Выходи! Мы найдем этих ловкачей! Сейчас! Я с тобой, друг. Вместе мы все сможем.
Ты вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? А? Крипта подарит нам силу богов. Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? Еще. Ага. Ну, я попробую. И пущу две за раз. Да ну. Да. Раз, два. Готов? Да. Это ты меня сбил. Ты. Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь. Там 16 гиен, 16? Жутких и страшных. Знаешь что, я бы лучше сходил на охоту с папой. Ну, ты вечно трусишь. Ну. Эй, пойдем поохотимся, а? Ладно. Давай. Кого мы ищем? Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Верно, Байк? Ты ведь Меджай. Стану Меджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Меджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Тогда я хочу бегать, как ветер. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Стадо где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Делай, как я. Вот самое интересное. Пригнись. Если не уподобимся богу скрытности, мы их точно спугнем. Да, папа. Мы как незримые. О нет, я их спугнул. Ничего. Проведем вместе больше времени. Наслаждайся. Продолжим. Мы сможем вместе. Глянь. Мой взгляд и рука в одну линию со стрелой. Так ты точно попадешь в цель. Вот бы наложить на лук сотню стрел. Есть! Он страдал? Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Нужно отнести ее оракулу до темноты. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать сену. Представь, все мои стрелы сену, и тогда от меня не уйдет никто. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? А так можно? Конечно, будущему Меджаю можно. Папа, а кто такие Меджаи? Первые Меджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать, обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Меджаем! Тогда я узнаю все тайны Сивы!
А что, если я не смогу стать Меджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я хочу быть смелым. Но иногда это трудно. Постой. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Меджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что. Одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. О! Лучше не открывать рот. Что же сказал твой отец? Вниз. Не размышляй. Вниз. Да, папа. Эй, верь мне. Прыгай. Сейчас, сейчас. Так прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа. Смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Меджай Баек! Ну? Ну? Мне страшно, не хочу идти один. Хемо, хоть раз в жизни не будь трусом. Ну! Меджай Баек! Да, я и правда Меджай. Кто меня звал? Спрячь оружие и иди за мной. Мы же хотели только поговорить. Ау! Иди. Как ты смеешь командовать мной? Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Убью тебя! Сейчас подстрелю! Стой уже! Вот ты где! Вон он, стреляйте! Вот ты где! Сбежать хочешь, но уж нет. Деревенщина! Проклятие! Деревенщина! Нам не о чем... Попробуй. А, нашел! Деревенщина! Нам не о чем... Деревенщина! Нам не о чем... Сани!